В городе работает 60 автомобилей круглосуточно. Это те автомобили, которые закрывают весь вопрос медицинского обслуживания города. Дополнительно мы еще обслуживаем три пригородных района. Это Днепропетровский, Синельниковский и Солонянский 11 автомобилями. В каждом из районов по несколько автомобилей находятся. Поэтому у нас сегодня все автомобили, которые нужны для нужд города, работают на линии. Все автомобили укомплектованы, вот эти 60, которые работают в городе, это автомобили европейского стандарта, это иномарки, это класс автомобилей, тип автомобилей Peugeot, Ford, это автомобили, которые укомплектованы современным оборудованием. Они разделяются на три класса. Есть класс А, класс Б и класс С. Это реанимация и перевозки, и стандартный автомобиль, укомплектованным оборудованием. Какие работают у нас в месте? У нас работают все три класса. Есть все, да, три класса. Есть все три класса, да, автомобили, которые работают в городе. В районах ситуация немножко другая. Там работают автомобили, скажем, еще отечественного производства. Это автомобили «Газель». Зимой эксплуатируются автомобили «УАЗ», так как из-за погодных условий лучше использовать там более проходимые автомобили.